Так, я всех приветствую вновь, леди-джентльмены, дамы и господа, меня зовут Алекс, и добро пожаловать на новое видео. Да, давненько их не было. Сегодня мы возвращаемся в Real Salvation, да, мы снова за Мису Шинигами, все дела. В общем, вы не поверите, да, было все хорошо-хорошо, и вот я опять сопливью. На самом деле, немножко можно это поведать вам, что вообще происходит, почему... контент вдруг не так сильно, на самом деле, точнее, что тут ведать, я в ВК-группе пытался что-то написать, я сам не понимаю ни хрена, то ли это новая корона, то ли что-то еще, но какой-то странный насморк, упадок сил, и вот, например, вчера вообще ничего не было, ни сопливил, ничего, и сегодня вот проснулся и... сопли просто ручьем, и вот я сейчас сопливью, то есть я там погуглил немножко, не знаю, правда это или нет, но вот какая-то новая корона появилась, которая вот как раз вот этот насморк вызывает, непонятно, ты вроде простужен, а вроде и нет. Так что да, пилим дальше контент, силы наконец появились, да, я вроде как потихоньку выбираюсь из этого омута, да, и силы вроде появились, но сопливим, да. Вот. Атомы, да, продолжаем. Не планировал на самом деле ее продолжать, но вот сейчас я же человек настроения, надеюсь, уже привыкли к этому, да. Я хочу в нее немного продолжить. Вот. Может, даже премьеру устрою, не знаю. Вот. Как звучит-то, да? Так что все, приятного просмотра, да. Контент. Всем приятного просмотра, продолжаем. Давненько мы уже здесь не были, да? То есть у нас была встреча с неким посланником смерти Анкл, да? Который предложил нам контракт или договор. Мы обещали подумать. Вот. И вернулись в наш приют. А в приюте случилось это самое. После чего мы подумали, что Иву-сан погиб, но в итоге все обошлось. Дэй? Да. Вот, все. Как нехорошо ты поступил, бросив и оставив ее вот так, с неизгладимым шрамом на душе. Какой ты плохой, да. А? Ой, я отвык. Как же сложно после перерывов это делать. Вылезать снова. Вливаться. Дышит. Ой, так, звук опять же, да. Ты-ты-ты-ты-ты. Адольф, ты выглядишь таким потрясенным, что-то не так? Нет, пожалуй, хватит с меня. Тебя и твоего недоджентльменства. Не понимаю, о чем вы? Почему-то Адольф выглядел так, словно ему пришлось проглотить нечто горькое. Короче, это, как японцы любят в такие моменты показывать это. Тут прям так еще показали. В этот момент показалось, что, типа, Адольф съел 15 горьких жуков. Они же любят про это, про жуков, что, типа, у них, возможно, какие-то жуки есть там. Да. Почему 15? Ну что же. Видя вас в здравии, я рад, что с вами наконец... с вами все в порядке, поэтому пора и честь знать.
Мне жаль, что пришлось занять именно вашу кровать. К сожалению, других свободных, увы, не оказалось. О вашем приюте. Я вовсе не против. Вы этого не слышали, но я сейчас чихнул. Да. Да. Ио-сан, ну куда же вы? Вы ведь еще не оправились до конца ваши раны. Ведь после всего случившегося его раны не успели еще зажить. К сожалению, ситуация изменилась. И нам как никогда требуется сейчас помощь и поддержка его. Незадолго до возвращения нам поступили новости. Буквально вчера вечером очередной искаженный труп, или загадочный, был найден в одном из переулков общего района. Что? По возвращению домой за лекарством, но и также было замечено некое смятение в богатом районе, значит, вот что в итоге стряслось. Адельсаджи отвечает учителю Луки, что проживал неподалеку в богатом районе. Сам инцидент произошел на границе общего и богатого районов, поэтому неудивительно, что слухи поползли с обоих сторон. Поэтому нам нужно поспрашивать людей, что проживают неподалеку, и узнать, видели ли кто-нибудь, что произошло. О, вот как. Осознав причину, теперь же я не смею останавливать его сану в выполнении своего долга. В связи с очередным инцидентом, извлечением тел погибших и стараясь при этом не наводить панику для жителей, у группы линчевателей явно сказывалась нехватка рук. Ой. Тогда мне стоит дождаться вас здесь, пытаясь потихоньку разбирать последствия взрыва в коридоре. Собирался я уже так сказать, но... Поэтому, вернувшись к своей обыденной рутине, задумайтесь о нашей сделке. Независимо от вашего мирного желания, рано или поздно, но эти загадочные убийства вновь продолжатся. Для такой доброй и благородной души, как вы, неужели вы просто оставите их на произвол судьбы, дав им просто умереть? С высот паутинных садов этих. Я буду выжидающе ожидать вас. Несмотря на то, что его слова казались правдой, убийства и правда продолжились. Из-за своего же бездействия ненависть к самой себе начинает прорастать внутри моей души. Проклиная себя за то, что я просто сидел с поникшим взглядом, проливая слезы на пол. Вместо того, чтобы попытаться предотвратить новое убийство и сделать хоть что-то, я... Сейчас сижу тут и невинно улыбаюсь. Лишь сейчас я осознал, насколько была беспечна. Поэтому, словно на рефлексе. Я также желаю... Желаю сопровождать вас в вашем расследовании. Позволите ли вы мне это? Как они все? Все трое в унисон, раскрыв глаза неистово, удивились моему заявлению. Но затем их взгляды стали лишь суровее. Не позволим. Ты забыла, что случилось в прошлый раз, когда я нашел тебя в том переулке? Привлекая лишнее внимание, ты можешь также привлечь и самого преступника всех этих загадочных убийств. Я все понимаю, но я также желаю, скажем так, отплатить? Отплатить его сану за то, что спас меня. Пардон, да. Ой. Как же сложно. С носом. Они вновь удивленно уставились на меня. Что если Ио-сану вдруг станет плохо во время вашего расследования, его жизнь окажется под угрозой? А матушка учила меня оказывать первую помощь и уходу за больными. Поэтому
Прошу, позвольте мне отправиться с вами. Я помогу вам и постараюсь не привлекать лишнего внимания. Мои намерения были благородны и чисты. 7 лет назад... Боже, это мелодия. И теперь ныне... Человек, спасший меня аж дважды, от всей души я желаю отплатить ему за все. Эта мелодия одна из причин отчасти, почему я хочу возвращаться сюда. Я никак не могу продолжать просто сидеть и ожидать их возвращения в приюте. Адольфа явно поразили мои слова и намерения. Затем Лукас-сенсей, подойдя к Адольфу, нежно кладет руку на его плечо. Разве вы не видите в каждом ее слове эти благие намерения? Почему бы вам не позволить ее сопровождать ваш путь? Кроме того, учитывая, что такой загадочный инцидент вновь повторился, неизвестно, когда жители общего района вновь придут в этот приют, дабы обрушить на это молодое дитя свои беды. Дабы избежать этого, возможно, молодой леди лучше бы покинуть приют временно, а заботу о Саломе-сан предоставьте мне. Я поддерживаю эту идею. Ведь в богатом районе мало кто знаком с ней и вообще видел молодую леди в лесу как таковую. Учитывая, как большинство нашей группы сейчас заняты перевозкой тела и их охраной, нашей группе в данный момент вести расследование могут лишь я, Адольф и Хьюго. Так и так, нас довольно маловато. Поэтому помощь молодой леди была бы неоценимой в данный момент. Адольф лишь продолжал недоумевать от внезапной подначки этих двоих персон, но не согласиться он с ними не мог. Главное, больше не пытайся сбегать, как в прошлый раз, от нас, ладно? Да, я обещаю, благодарю тебя, Адольф. В конце концов, смирившись, он таки дал мне право помочь им в расследовании. Боже, это мелодия. Район Томми. Район, что окружает следовательскую зону Сельневоль. Как и следует из названия, здесь живут люди с достатком, ну, богатые. Большинство жителей здесь открыли свой бизнес и занимаются в основном торговлей. Естественно, многие здесь жители впоследствии перерождаются релайверами, так как им удается сэкономить денег с достатком. Также те, кто родился в этом богатом районе или же просто внес достойный вклад в развитие страны, как и в случае с Лукас-сенсеем, что как раз родом отсюда, он заверял, что в таком месте довольно просто сделать себе имя. Ого, это же электромобили? Я слышала о них, но в богатых районах их оказывается действительно так много. А неужели вы впервые посещаете богатый район, молодая леди? Ну, ощущение словно в первый раз. Но обычно я прохожу мимо этих районов к исследовательскому центру Сильневоль по поручению моей матушки. Я довольно изредка сюда захаживаю, разве что повидаться с родителями Хьюго, поэтому мало знаком с нынешними местами. Что же касается Адольфа... Ну, его взгляд говорил мне, разве я похож на жителя такого района, да? Иво! Адольфо! Сюда, сюда! Хьюго, помахивая рукой перед большим фонтаном, подзывал нас к себе. О, как уже было сказано, пришлось прийти в обычной одежде. Стоит надеть форму линчевателя, и тут же станешь привлекать лишнее внимание здесь. Лучше скажите, а почему Миса вообще здесь с вами? Молодая леди вызвалась нашим надежным товарищем и будет помогать в расследовании. А подробности огласим позже. О, вот как. Тогда ладно. Жду с нетерпением совместной работы с вами. В богатых районах, таком как эти, как этот, дороги постоянно кишат автомобилями и каретами, поэтому будьте предельно осторожны, дабы не заблудиться. О, да.
Итак, Хьюго, что насчет Королевской гвардии, что патрулирует этот район? Ну, вы же знаете их. Заняты, как всегда. Наверняка опять охмурят очередную красотку на улице. Как это Хьюго указывает пальцем и произносит, вот, видите? Какой фонтан красивый. Группа молодых людей, одетых в начищенную военную форму, окружили одну девушку. Так, тут до 23, тут нет женщин. Надо это вспомнить, да. Значит, эти люди и служат Королевской гвардии. Это первый раз, когда я лицезрею их лично. Королевская гвардия. Единственное официальное военное учреждение, в котором служат солдаты под прямым контролем королевской семьи, объединяющей эту страну. Их редко можно увидеть в общем районе, разве что для сбора налогов или преследования преступников. Я слышала, что в основном они заняты охраной людей в сельском районе, охраной королевского дворца, что находится там же, и людей в этом богатом районе, что вкладывают много средств в этот самый исследовательский район. Институт. Да вы ведь шутите, да? Вы хотите купить меня за такие гроши? Это уже даже не смешно. Кортизанка А. Переполох, да? Поскольку они часто создают подобные проблемы, а также неуважительно относятся к общим... к людям из общего района и вообще даже не удосуживаются патрулировать их, их репутация среди людей крайне низка. Солдаты продолжают смеяться над девушкой, что отбивает одну единственную медную монету, предложенную ей, словно выставляя ее на потеху толпе. Ха! О, да-да-да! То есть ты хочешь сказать, что стоишь больше, чем вот это? Ха-ха! За твое изношенное тело кто вообще заплатит больше, а? Да никто и не даст больше за такое отродье, как ты! Какой ужас происходит среди бела дня. Адольф, осознавая ситуацию, лишь нахмурился сильнее. Устроила средь бела дня. О чем вообще думает эта потаскуха? Для них это важная работа по поддержанию здорового тела. Разве нет? Миса, вам впервые видите куртизанок? Да, я слышала, что в бедных районах их пруд-пруди вдали, правда, от нашего приюта. Вот как, отвечая Хьюго, вновь переводит взгляд на Королевскую гвардию. Как вы уже могли догадаться, куртизанки пользуются большим спросом в богатых районах, нежели в обычных. Зарабатывают довольно прилично в этих самых богатых районах. Они не скупятся устраивать подобные сцены даже средь бела дня. Куртизанки есть куртизанки. Они готовы отправиться даже на край света, лишь бы их купили да подороже. Значит, намекаешь, что часто пользуешься такими акциями, а? Единственный, кто клюет на такие подобные невежественные выходки, это, конечно же, жалкая Королевская гвардия. Поэтому не смей присылать моей благородной семье столь неподобающие вещи, ладно? Ну, учитывая ситуацию, я хочу помочь этой девушке. Ведь в этом нет ничего, не будет ничего плохого, если мы не станем ей помогать, верно? Помочь куртизанке. Наша миссия сегодня. А можем ли мы как-то помочь этой девушке? Что такое, Адольф? Нет, просто я слегка удивился твоей внезапной просьбе. Помочь ей, да? Желаешь помочь ей, да? Ну, полагаю, остановить их не составит труда для нас. Хотя, освободив ее от лап Королевской гвардии, вряд ли это на что-то повлияет. То есть, вы хотите сказать, что мы должны... Вдруг солдаты гвардии хватают девушку за руки. Как и ожидалось, Хьюго-сан и Адольф сразу же помрачнели, лишь сильнее, словно не ожидая, что все зайдет так далеко.
Прошу прощения за это. Но если мы желаем спасти эту девицу, то не могли бы вы помочь мне с этим или нам с этим? О? Подойдя ко мне, Ивусан нежно берет меня за руку и начинает вести вперед. Эй, а ну не рыпайся, будь покладистой! Имея это нечистое тело, еще и сопротивляться пытаешься. Лучше прими это за честь и не смей отказываться от такого. Разве... Я не имею права сопротивляться. Я не виновата, что пришлось стать такой. Нет. Ты вовсе не чиста. Не нечиста. Благородна и очаровательна, что... Не желала продавать себя за просто так. Поэтому я уверен, что однажды появится тот самый мужчина, что действительно полюбит тебя такой, какая ты есть. И, подойдя к девушке, Ивусан тихонько заговорил, глядя в ее заплаканные глаза. Затем, к всеобщему удивлению солдата, он отбрасывает их руки от девушки. О! Верив мне, руку девицы, Ивусан делает шаг вперед. Боже мой, его добросердечность просто не знает границ и благородства. Ты что себе вообще позволяешь? Судя по внешнему виду, ты из простолюдинов, да? Хоть мы и в низах, но в нас течет кровь королевской семьи. Это такая невежа, как ты, не смеет прикасаться к нам. Неужели это правда, что королевскую гвардию составляют дальние родственники королевской семьи? Обдумывая это, я продолжала держать девушку за руку, что только что окружала толпа гвардии. Ивусан же продолжал лучезарно улыбаться. Прошу прощения, а мне показалось, что эта девица может свалиться в любой момент. А беспокоившись, что Крыльская гвардия может оказаться втянута в это... Пожалуйста. Пожалуйста, простите мою чрезмерную грубость. Крыльская гвардия сразу же смекнула на эту откровенную ложь. И что Ивусан желал просто освободить эту девушку от их поганых лап. Но... Необычный юноша родом из простолюдинов, наполовину облаченный в загадочную маску. Жители богатого района, прогулившиеся рядом, стали переглядываться между собой, недоумевая, а что вообще, собственно, происходит на их глазах. Чем больше людей собирается вокруг этой ситуации, тем больше начнут задавать вопросов и лишь больше будут презирать Королевскую гвардию за их здравый смысл и этику. Королевские гвардейцы, приглянувшись между собой, видимо, решили смириться и сослаться, якобы поверив словам Ивусана. Да будет добро на твои слова. Хрен с тобой. Тогда с этого момента она ваша забота. Да. Благодарю вас за понимание. Продолжая равнодушно бурчать, солдаты начали исчезать, уходя вдаль. Пока Ивусан продолжал провожать их взглядом, неся все ту же улыбку на лице. А, вы в порядке? Да кем ты себя вообще возомнила? Не стоит лезать туда, куда тебя не просят. Особенно не зная сложившейся ситуации. А... Резкие слова девушки вынудили меня замолчать. Затем я увидела маленький цветок в виде татуи, распустившийся на ее оголенной груди. Так она что, релайвер? Эта вещь так удивила меня. Возможно, дабы отплатить стоимость перерождения в релайвера, этой девушке пришлось зайти далеко. Придя в богатый район и охмурять гвардию, как случилось ранее. Но... Значит, она побирается ища клиентов, дабы оплатить перерождение вновь в релайвера? Тогда вот значит, что означали их слова про вечное нечистое тело, да? То есть... Куртизанка останется куртизанкой, сколько бы раз она не переродилась, не реинкарнировалась. Куртизанка остается куртизанкой. Этого не изменить, да? Грустно на самом деле. Но такова жизнь, как говорится, да? Эй, скажите,
Какое впечатление на вас произвела эта девица? Это может быть что угодно. Просто излейте истинное видение этой девушки из своей души. Какой я ее вижу, да? Все еще пребывая в замешательстве, я подумала и решила ответить ему. Я считаю, что она очень красива и мила. Что-нибудь еще? Ну, она так стройна и высока. А еще ее макияж идеально сочетается с ее великолепными пропорциями тела. Ой, лица, господи. Что делает ее еще прелестнее и милее. И... Чем больше я смотрю на эту девицу, тем больше прекрасного я в ней замечаю. Недоумение сменяется уважением и восхищением ею, и, как ни странно, рот, что обычно редко открывается, начинает неустанно лепетать. А ваши длинные блестящие темные волосы также выглядят так прекрасно и утонченно. Наверняка вы часто ухаживаете за ними с помощью растительных масел или чего-то подобного, верно? Чего я не могу сказать про свои бледные локоны, поэтому отчасти я вам даже завидую. Что? Не? Да что с вами вообще такое? Даже за такие комплименты я не собираюсь вести говор с девушкой, ясно тебе? Ну, в любом случае, не за бесплатно. Так что без оплаты не-не. Сейчас она казалась довольно сильной девушкой, хоть и разрыдалась, когда ее окружили гвардейцы. Прервав ее смущение, Ивусан задает мне финальный вопрос. И вот, подведя итоги, эта девушка... Схожа ли она с тем впечатлением, о ком говорили о ней гвардейцы ранее? Нет. Словно я уже заранее знал ответ на этот вопрос, поэтому ответила незамедлительно. Видеть то, как она дерзила и пыталась отвадить королевскую гвардию. Она выглядит красивой девицей, что полна уверенности в себе. Взглянув в расширенные глаза девицы, я тут же опомнилась. Простите, пожалуйста. Боже, я такая легкомысленная, был крайне невежественно говорить все это. Что плохого в том, чтобы говорить правду? Даже если девица выглядит достойно в глазах представителей своего пола, в ней полностью отсутствует проницательность, когда в ее голове появилась мысль охмурить королевских гвардейцев. Вам крайне повезло, что не пришлось иметь с ними дело. Их некомпетентность только слухов входит об этом. Что Адольф, что Хьюго-сан сразу же решили растолковать молодой девице, что ее затея была дурна с самого начала. Мне никогда в жизни не довело слышать о себе столько вещей. Наверное, приятных вещей. Все говорили, что куртизанка и останется куртизанкой. Сколько бы раз она не переродилась релайвером, этот факт неизменен. Нечистая навсегда. В уголках ее глаз вновь навернулись свежие слезы, что шли уже не от злости, а скорее от печали. Хоть вы и спасли меня в этот раз, но в другой не мешайте мне зарабатывать. Но все же, благодарю вас за спасение. И впредь я буду тщательнее избирать для себя партнера. Ладно, это стоило того. Вот, держите, это адрес нашего заведения. Если пожелаете заглянуть туда в качестве клиента, я обязательно сделаю вам скидку в следующий раз. И лучше бы вам поспешить, дабы моя мечта не воплотилась, и я не свалила из того места навсегда. Пылая от различного рода эмоций, девушка направилась в сторону общего района, все так же демонстрируя свою прекрасную непоколебимую красоту и натуру. К ее великому сожалению, мы не из тех, кто погнался бы за такими особыми предложениями. Но, вроде как, она теперь в норме. Но все же, что я хочу сказать?
Эта встреча перевернула мое представление о людях, что переродились релайверами, и что они все живут счастливо и в достатке. Ну, с этим и правда не поспоришь. Иногда людей дискриминируют за то, что те, перерождая себя релайверами, продолжают заниматься теми же вещами, чем занимались, ну, в обычном теле человеческом. Фактически, вы заменяете все тело до последней клеточки. Скажем так, это так называемый личный опыт мужчин и женщин, и в этом нет ничего грязного или нечистого. Продолжая жить как один и тот же человек, независимо от того, сколько раз ты переродишься, клеймо есть клеймо, и от него не так-то просто избавиться. Прочтя это, Ивусан грустно вздохнул. Не стоит так жалеть их. Для них это способ заработать себе на новое тело. Вот и все. Да, это верно. В ее глазах ярко пылала гордость красивой девушки и жажда во что бы ты ни стала продолжить жить дальше. Ее можно уважать за такое рвение, но никак нельзя жалеть. Я просто... просто надеюсь, что она впредь будет тщательнее избирать для себя партнеров и не повторить той же ошибки, что и сегодня. Это единственное, что меня заботило. Ну, будем надеяться. Удачи ей. Убедившись, что мы наконец решили этот переполох средь бела дня, мы наконец решили отправиться заниматься тем, зачем мы здесь. Решив разделиться, мы решили опросить жителей, проживающих в этом районе, еще одного крыльского гвардейца о случившемся вчера вечером. Однако, все было тщетно. То, что произошло в общем районе, пусть там и остается. Нас это вообще никак не касается. И нас никак не волнуют произошедшие там инциденты. Вот что ответил один из крыльских гвардейцев. Жители района, что сами же задавались лишь вопросами. Убийство? Труп в переулке? А чё вы вообще лопочете? Да, верно. Но буквально неподалеку от вашего района это и произошло. Неужели вы даже не слышали шума или каких-то криков? Ну, это... Да сказал же я вам уже не знаю. И мне неведомо, что у вас там происходит в общем районе. Но не смейте приносить свои невежественные дикие вещи в наш мирный, богатый район. Стоило лишь заикнуться о случившемся ранее, то, кого не спросишь, то они все тут же убегали, словно спасаясь от чего-то. Это в итоге ничего не узнав, наше расследование постепенно начало заходить в тупик. Затем перед нами резко остановился электромобиль. Это модель... Это же модель высшего класса. Последняя разработанная модель, если быть точным. Пока Хьюго переводил дыхание и ахал от увиденного, мы продолжали лицезреть на поистине красивый вид электроавтомобиля. Прошу прощения, что вынужден отрывать вас от вашего расследования. Вы ведь те самые господа из группы линчевателей, что чтут и охраняют порядок общего района? Из машины вышел покладистого вида юноша во фраке. В отличие от жителей, что буквально спасались бегством от нашего присутствия, эта же персона напротив проявляла дружелюбие по отношению к нам. Все именно так. Вы пожаловали к нам с какой-то просьбой? Верно. Величать меня Жан. Я являюсь дворецким, что прислуживает одному особняку. До меня дошли слухи, что вы расследуете это дело. Будучи посланником, я прибыл передать вам, что мой хозяин желал бы помочь вам. Мой хозяин, что пожелал этого, ожидает вас прямо сейчас в своем особняке. Заверяю вас, что сможет помочь вам, предоставив нужную для вас информацию. Прошу вас, извольте ли вы, господа, пригласить вас на встречу к моему хозяину? В
Хоть мы и с подозрением отнеслись к этой внезапной встрече, обсудив ситуацию с Адольфом, мы все согласились на предложение Жана Сан, что являлся дворецким. Машина, в которой мы ехали, покачнулась и, повернув раз налево, затем направо, по главной улице богатого района, и вот мы, наконец, сходим с нее. Ух! Перед нами воспрянул огромнейший особняк, от одного взгляда на который у меня чуть не сломалась шея. Особняк какой, смотри. Ого! Какой здоровяк! В разы больше дома моих родителей! Простите, Жан-сан, верно? Я, будучи облаченной в своей повседневной ноши, не сочтете ли вы мой неподобающий вид за грубость? Ничего страшного. Ведь проживает в этом особняке лишь я и мой хозяин. Можете расслабиться и чувствовать себя как дома. Ну перестаньте. Я уверен, что трое моих товарищей ощущали внутри себя точно тот же дискомфорт. Да, попробуй себя в таком огромном особняке чувствовать себя как дома, учитывая, что вы из простолюдинов и общего района, где вы там в приюте живете, да? Угу. Кстати, мы не знаем, где живет Иву. Мы знаем, что Хьюго, его друг, живет с родителями тоже в особняке. А Иву где, интересно, живет? Может, он вообще побирается на улице? Или он в этой лавке живет? Короче, непонятно пока с Иву. Я так просто вспомнил. Кто где живет? Все остальные в приюте. Пройдя через главные ворота, минуя огромный сад, мы оказались внутри особняка. Проходя по различного рода коридорам, я не могла отвести взгляда от того, насколько все это было завораживающе и величественно. Итак. Затем Жанна останавливается, взглянув на лестницу, ведущую на верхний этаж. Изначально мы планировали провести встречу в гостиной, поэтому я заранее приношу свои глубочайшие извинения. Но мой господин, будучи напуганным этим обстоятельством, решил начать нашу встречу в своей комнате. Следуя за Жаном, что горько улыбался, мы начали подниматься на верхний этаж. Сам вверху находилось что-то вроде чердака. Место, схожее на секретное убежище. И, войдя в это убежище, нас повстречало... Ага! Ладно, это было очевидно, потому что дворецкий-то его. Книги. Море книг, стопки книг. Повсюду были одни лишь книги. Так, превьюшка. Ах да, за одной из книг я приметила маленького... маленького юношу, что пытался скрыть свое лицо за одной из книг. В ответ на такую неожиданность нас приветствовала лишь тишина. Продолжая скрывать свое лицо за книгой, юноша лишь продолжал робко, опасаясь наблюдать за нами. Простите. Не вытерпев больше этой тишины, я решила окликнуть юношу. Смотри, сколько книг! В ответ юноша, взвизгнув, лишь сильнее прикрывает свое лицо. Учитывая, что прикрывал он лишь лицо, в этом было мало смысла. В общем, я так полагаю, вы... Дитё, что проживает в этом особняке, верно? Ну, вы дитё господина, хозяина. Да, где там ваш хозяин? Какая надобность вас подвигла привести нас в комнату к этому ребенку? Приношу свои глубочайшие извинения. Но дело в том, что...
Как вы ранее выразились, ребенок, что сейчас перед вами, он и есть мой хозяин. Что? Недоумение все закричали. Итак, молодой господин, под стать, самое время представиться нашим гостям. Поэтому смелее, представьтесь. Наверное, юный господин лучше, да? Именно вы же попросили меня пригласить этих господ к вам навстречу, верно? Не представившись им как подобает, гости наши могут, обидевшись на такое гостеприимие, просто покинуть особняк, и в итоге у вас уже не получится провести с ними надлежащую беседу. По настоянию Жан Сана, юноша попытался выдавить из себя, продолжая прикрывать свое лицо книгой. Меня зовут Матис. Я являюсь хозяином этого особняка. Очень приятно со всеми вами познакомиться. Полное имя Матис Клод. Вот. Приветствую господ, что явились из общего района, и до меня дошли слухи, что вы проводите расследование об этих загадочных убийствах там. Как же сложно, я отвык от этих стесняшек. Поэтому желаю сотрудничать с вами. Я послал Жана к вам как своего посланника. Еще раз очень приятно с вами всеми познакомиться. Ну это мило. И после этого вместе с Мати Саном, что Жану Сану пришлось буквально выпроводить из его комнаты, мы все переместились в общую гостиную. Нас всех усадили в роскошного вида креслах, что нас лишь больше нервировали и доставляли дискомфорт, и мы все продолжали смотреть на Мати Сана, что робко сидел перед нами. Сзади него стоял Жан Сан, продолжая вести и выглядеть крайне достойно. Мати Сан же, напротив, выглядел гораздо растеряннее, чем ранее, видимо, потеряв свой верный щит в виде прикрытия одной из книг, его взгляд продолжал блуждать по просторной гостиной. Пока мой господин привыкает к присутствию наших новых гостей, я хотел бы прояснить несколько вещей. Благородная семья Клод на протяжении многих поколений вкладывала значительные средства в оборудование исследования Национального института. Также изданием всевозможных книг. Благородная семья Клод издавна занимается издательским бизнесом. В настоящее время главой семьи является мой юный хозяин Мати Сама. Ну, господин. Вы сказали себя Клод? Это ведь та самая благородная семья? В свое время они встали на службе у одной некой корольской семьи, что решила скупить все их знания и сделать их государственным служащим учреждением? Еще, разве ваша семья не владеет также лесными участками, где производится бумага? Да, вы абсолютно правы, все именно так, как вы сказали. Однако после кончины родителей молодого, юного господина, права были проданы другим лицам. Тем не менее, наследство семьи все еще поражает своим благородием. Именно благодаря этому наследству я и продолжаю не покидать юного господина. Хозяин продолжает жить в изоляции в крайне антисанитарных условиях, заполненных старыми и пыльными стопками с книгами. Вот значит как. Сейчас дворецкий, похоже, решил проявить неуважение по отношению к своему хозяину и высказать свое чистое мнение, да? Тогда для чего же мы понадобились вашему юному господину? Яйкс! Адольф!
Перестань-то пугать его. Хоть он и молодой наследник, он все еще ребенок. Знаешь что, сестрица, тебе стоит присмотреться к нему получше. Хоть он и худощавый и с детским лицом, но он явно не намного старше тебя. Возможно, вы даже одногодки. Возможно, отсюда не так хорошо видно, но словно продолжая как бы подтверждая слова Адольфа, Жан-сан произносит. Да. Юному господину в этом году исполняется 17 лет. Хоть и миниатюрный на вид по сравнению со своими сверстниками, но достаточно высокий. Что? Всего на год младше меня? А я-то думал, что третье поколение. Вот что значит тайна королевских генов. Да? Является ли ваша семья более молодой, чем первые две? Простите, что я вовсе не выгляжу на свой возраст. Простите. Нет, я вовсе ни в чем не обвиняю вас. Почему вы так нервничаете при виде незнакомых вам персон? Пробормотал Хьюго-сан, почесав голову, выглядя раздосованным и слегка раздраженным. Но в результате этих переплетенных пару фраз, похоже, юноша стал относиться к нам менее настороженно. Хоть все еще и продолжая нервничать и заикаться, Матис-сан старался перехватить инициативу своего дворецкого. Я слышал, что вы расследуете дело с загадочными убийствами. Я кое-что знаю о них и имею представление о том, что это такое. Ну или кто за этим стоит? Что? Вы говорите сейчас правду? Инстинктивно я наклонился в его сторону, отчего юноша лишь опустил лицо. Да, в груди жертвы была большая дыра с воткнутым в нее кинжалом. Верно. По правде говоря, в этом богатом районе в прошлом происходило множество убийств, использующих именно такой метод убийства. Все, ахнув в унисон, устремили свои серьезные взгляды на бедного заикающегося юношу. В общем, эти убийства происходили с определенной периодичностью в течение нескольких лет. Однажды ночью, когда все уже спали, кто-то проник в особняк. Всех, кто жил в особняке, молодых и старых, мужчин и женщин, просто вырезали, проделав массивные дыры в их груди. Наконец, словно используя свой особо узнаваемый прием, он втыкал кинжалы в груди жертв и затем оставлял их на месте. Славя своей чрезмерной силой и жестокостью, преступником оказался Ши Юдею, известный в этом богатом районе как палач, что до сих пор боялись и боятся и впредь. Поэтому я предположил, что именно он ответственен за те тела, что вы нашли недавно. Простите, что прерываю. Я не сомневаюсь в вашем рассказе, но почему столь тревожный инцидент вообще не был доведен до сведения людей из общего района? Ну, это... Всему причиной никто иной, как Королевская гвардия. Хотя нет. Всему причиной то, что королевская семья ввела ограничения на эту информацию. То есть, приказ о неразглашении, да?
Означает ли это, что королевская семья пожелала скрыть все эти инциденты? Да, ответил мне Джинсан, сухо улыбнувшись. Получается, в этом и заключается такая резкая реакция тех людей, у которых мы пытались узнать, что же произошло вчера вечером. Будь их воля, они могли бы рассказать об этом, но учитывая, что за районом приглядывает Крыльская гвардия, они не смели нарушить этот приказ. Но зачем им пришлось так поступить? Ведь, судя по рассказу, палач так и не был пойман, верно? Введя запрет на разглашение об этих убийствах, тем самым ни один житель не посмеет поведать что-то об этих убийствах, но в итоге они попросту подвергнут невинных людей риску. Обратись они к нам, мы могли бы помочь защитой жителей и поимкой этого палача. Ваши слова действительно благородные и искренние, и в них есть и правда есть смысл, но... Даже если бы вам позволили охранять эти районы, и вы пытались бы поймать этого палача, никто не смог бы помешать палачу и дальше совершать все эти злодеяния. Я также полагаю, что количество жертв неимоверно возросло. Королевская гвардия пыталась действовать сродни вашим мыслям. Сначала они приняли собственные меры, оповестили людей в районе и также старались как можно чаще патрулировать его окрестности. Они также старались охранять дома, где жили благородные и важные люди, которые могли стать мишенью для следующих инцидентов. И это действительно дало свои плоды. Некоторым гвардейцам и правда удалось столкнуться с палачом лично. Но каждый из них был повержен на корню. Иными словами, элитные войска, гордость королевской семьи, были в унисон зверски убиты палачом. В конце концов, они сдались, смирившись, что им не удастся что-то сделать и поймать этого палача. Ведь не удалось его обнаружить даже мельчайшей капли крови этого преступника. Крыльская гвардия была создана для защиты крыльской семьи. Независимо от того, как они ведут себя на публике и их репутация, они знают свое дело. Вспоминая, как Адольф сказал как-то. Заваре, да? Возможность того, что сущность, убившая этих людей, может скрываться в общем районе, вызывает холодок по моей спине. После этого Королевская гвардия и вовсе перестала активно патрулировать эти окрестности, опасаясь встречи с палачом. В заключение ко всему, поступил приказ о неразглашении информации об этих инцидентах. Как вы все, наверное, знаете, Имперская гвардия — это группа повстанцев, сформированная из дальних родственников королевской семьи, что чувствуют себя избранными, словно народом. Поэтому королевская семья, решив не выставлять неудачи своей гвардии, приняли приказ о неразглашении этих инцидентов, чтобы не опускать их в грязь лицом, да. Несмотря на это, королевская гвардия уже давно не пользуется доверием народа. Однако группа линчевателей более надежны, ведь народ к ним крайне благосклонен и относится с превеликим уважением. Так вот в чем еще кроется приказ о неразглашении, да? Значит, их гордость ценится не больше обычного мусора, трущоб. Дошла бы до нас эта информация ранее, то мы тут же усилили бы свои патрули. Но если честно, я также был удивлен, что палач решил промышлять в общем районе. До сих пор палач убивал лишь в этом богатом районе. У вас есть мысли, почему палач решил
начать убивать в общем районе. Я считаю, что палач наслаждается, упиваясь каждым из своих убийств. Поэтому убийство в богатом районе уже не в силах утолить его жажду наслаждения. Ах да, верно, видимо, та вещь. Возможно, все из-за нее. Та вещь? Вы знаете что-то еще, верно? Или из-за него там? Из-за какой-то личности? Да, на самом деле... Совсем недавно... Юный господин. Когда мать-сан уже собирался о чем-то поведать нам, Жан-сан, стоящий позади него, резко прошептал ему. Что же касается этого вопроса, то, что случилось, было лишь плодом вашего воображения. Кроме того, присутствие этой молодой леди будет явно излишним ведать о таких подробностях. Вот оно что. Благодарю. Я рад, что ты прервал меня на полуслове, Жан. Не стоит. Ведь это моя работа, присматривать за юным господином. Да, прошу прощения. Случившееся недавно на самом деле было плодом моего разыгравшегося воображения. Поэтому это никак не относится к нашему делу. Затем Мати-сан, что уже долгое время был сгорбившись, наконец выпрямляет свою спину. Ее взгляд проникся резкой решимостью. Мы с Жаном пытаемся выследить палача под прикрытием Королевской гвардии. В последнее время он как в воду канул. И поэтому мы оказались в тупике. Хоть это и не есть добросовестность, но инцидент, в общем, в районе дал нам некую информацию о последних событиях. Его глаза все еще продолжали блуждать по сторонам, но Мати-сану удалось собраться силами. Поэтому мы хотели бы объединить с вами наши усилия в этом расследовании. Создав вместе что-то вроде альянса. Вот какая идея пришла мне в голову, когда я решил пригласить вас сюда. И все же, прошу прощения, но я ничего не могу поведать вам насчет самих инцидентов и этих загадочных смертях. Вот оно как. Что же касается этих загадочных смертей, то их причина до сих пор не установлена. Значит, первоочередное внимание нужно уделить тому, чтобы разобраться с самим палачом, что, скорее всего, и окажется виновником всего этого. Да. Но если так подумать, иметь сторонника, который проживает и ведет параллельно с нами расследование в тенях богатого района, это, честно говоря, оказало бы нам большую услугу. Хоть я проживаю в доме своих родителей, но я думаю, стоило бы мне заикнуться о таком, спросить их, попытаться, то меня, скорее всего, ждало бы отречение. Но все же, Мати-сан, вас правда все это устраивает? Сотрудничая с нами, вы ведь нарушаете приказ королевской семьи о неразглашении информации, верно? Ведь стоит всплыть этой правде наружу, и вас непременно настигнет наказание. Меня это полностью устраивает, ведь я... Мати-сан твердо и решительно прерывает мои слова, продолжая содрогаться, крепко сжимая кулаки. Несколько лет назад моя семья, мой драгоценный старший брат был убит палачом. Оу. Его пронзительный крик боли словно и вовсе остановил время в гостиной, в коей мы сейчас находились. И поскольку его памяти бэкапа и воспоминаний в виде электронного кода не было оставлено, мой брат уже никогда не сможет вернуться
переродившись релайвером. Кристально чистые капли начали медленно попадать на все еще крепко сжатые кулаки юноши. Мой брат ничего не сделал. Он не сделал ничего плохого, за что его могли бы убить. Он был не повинен. В то время, как мои родители всегда ненавидели меня, мой братец всегда оберегал, защищал меня. Он был добрейшей души человеком. И вот что сделал палач. Он просто избавился от моего любимого брата, словно от какой-то игрушки. Не может быть, Мати-сан. Неужели ваш брат умер прямо у вас на глазах? На мой вопрос Жан-сан, стоящий за мальчиком, лишь слегка покачал головой. Если быть точной, молодой господин прибыл на место происшествия сразу же после того, как его брат был убит или скончался. В любом случае, это невыносимая утрата. Затем Мати-сан, утерев свои слезы подолом своего костюма. Поэтому я и прошу вас помочь мне отомстить за своего брата. Эта тварь. Я желаю лично расправиться с тем, кто отобрал у меня моего любимого братца. И по этой причине я и прошу у вас помощи. С намерением отомстить и убить. Слова, произнесенные этим милым и добрым юношей, и его сильная ненависть захлестнули всех присутствующих. Месть порождает лишь ненависть. Опасность, от которой такие дети, как он, должны держаться подальше. Адольф и остальные могли бы заявить это прямо сейчас. Однако после всего сказанного этим юношей и тем пронзительным криком, никто не посмел бы упречь его в его же словах или намерениях. И вот Адольф решил наконец нарушить всеобщее молчание. Мы не можем позволить вам убить кого-то из-за личной неприязни. Поймав преступника, мы немедленно должны будем передать его в руки Королевской гвардии, чтобы те уже привлекли его к ответственности в соответствии с законом. Однако, учитывая вашу наивность, мы не хотели бы, дабы вы под покровом ночи стали очередной новой жертвой во имя своей мести. Давайте же объединим усилия, если мы столкнемся с палачом, то сделаем все возможное, чтобы поймать его и предотвратить ваши потуги убить его лично. Думаю, это самое здравое решение на данный момент. Неужели вы собираетесь заявить что-то вроде «После поимки я желаю расправиться с ним лично, поэтому прошу отдать его мне»? Юному господину пора бы уже повзрослеть и перестать надеяться на такие наивные вещи. Или думать так наивно. Если же все же желать убить его лично, то мы вам не помощники. Даже если юноша и не был полностью согласен, он, вероятно, был крайне рад, что его просьбу попросту не отвергли в одностороннем порядке. Огромное вам спасибо. Меня полностью устраивает ваши условия, и что мы его хотя бы просто поймаем. До того, как Кольская гвардия еще не отчаялась и пыталась поймать палача, у меня на руках сохранилась давняя информация от них. Я сейчас же принесу ее вам из своей комнаты. Прошу выждать до этого момента. Скачив со своего стула, Мати-сан направился в свою комнату. Когда осознаешь, что рвение этого наивного и зеленого мальца, месть за своего брата. Ну, видимо, такова жизнь. Живем в суровом мире, как обычно. Вот насколько любил и дорожил молодой юный господин своим старшим братом. Заполняя свою опустевшую чашку, произнес Жан-сан с своего места. Вновь приношу свои извинения за столь затянувшуюся беседу.
Юному господину он крайне застенчив, и ему всегда требуется какое-то время, дабы привыкнуть к встрече с новыми лицами. Да нет, что вы, перестаньте. Не стоит, учитывая, что это правда, отвечает мне Жан-сан, криво улыбаясь. Юный господин всегда был таким. С тех пор, как юный господин лишился своего любимого брата, он стал еще более замкнутым, чем был изначально. Сказал Жан-сан, смиренно вздохнув. Что же касается моего мнения, то юный господин должен отказаться от своей мести. Желая, чтобы он жил в мире ради своего любимого брата, что он так трагично потерял. Нелегко вам, конечно, приходится. И вообще, Жан, может, вам стоит без ложной скромности уже говорить с нами на чистоту? О, прошу прощения, так вы заметили? Ну, как такое не заметишь? Вы обращались к нам так подобающе с самого начала. Мы всего лишь глупые линчеватели. Не стоит из-за нас так утруждаться. Тогда, с вашего позволения, я ненадолго отставлю прочь в сторону своей манеры и скажу на чистоту. Заранее благодарю вас за это. Даже не образовывая этого альянса, я хотел бы, чтобы вы, юный господин, поладили и подружились. Ну что, я думаю, на этом стоит закончить. Да, вот как раз конец сцены. После этого Матис Сан, наконец-то вернулся с той информацией, о которой говорил ранее, и поделился с нами ею. Ой! Господи, как же все-таки сложно после перерывов. Ой, когда контент не выходит раз в неделю хотя бы, да, отвыкаешь от этого всего. Ну, я надеюсь, сейчас есть там, да? Вот мы вернулись сюда, мы тут сопливили, мы тут язык отвык, поэтому ла-ла-ла-ла-ла, вот это все нечетко, да, и все прочее. Ладно, надеюсь, вы все равно рады, да. Вот, спасибо за просмотр, если вам понравилось, ставьте пальчик вверх, комментируйте, подписывайтесь, спать группу ВКонтакте, подписывайтесь на другой канал, да, может, там тоже что-нибудь оживет, короче, вот. Еще раз спасибо вам за все, Джанамина. Не болейте там, да, не хворайте, не будьте как я. И спасибо вам за все добрые слова, там, поправляйся, вот это все, да. Я очень ценю и вообще за все. Аригато гузаймас. Айстерю мина, да, люблю всех. Бай-бай, нано. Сигаиро, ноу, мабораш.